представляете, как здорово вы будете выглядеть, если на вас будут вот такие серьги-мотылек, да еще и в комплекте с колечком Монро. Это необычные серьги-мотылек. Здесь дизайнер грамотно работает и с ювелирной эмалью, и с желтым золотом в 24 карата. Есть перламутровые вставки, и они доступны в двух цветовых решениях. Есть такой более насыщенный, кофейный и молочный. Сейчас вы видите белый или молочный цвет, который вы видите на своих экранах. Очень изысканные серьги. Мне они напоминают, ты знаешь, мировые бренды ювелирные, которые любят вот такого плана дизайна, любят сочетать перламутр и бриллианты. Да, это точно, Надя, ты абсолютно права. Действительно, культовый дизайн, абсолютно люксовая, подиумная ювелирная мода сейчас на вашем экране. Но еще хочу заметить, что это не что-то вычурное, это абсолютная классика, которая всегда будет актуальна во все времена. Я хочу напомнить, что буквально с 18 февраля мы для вас переедем на новые частоты. Ищите нас либо на 42-й кнопочке, либо на 69-й. Все это, разумеется, зависит от модели вашего ресивера, поэтому, если что, потом перенастройте его обязательно, и вы нас найдете. Все, что нужно, просто перезагрузить ваш ресивер, и шоп-н-шоу станет ближе к вам. Мы любим вас, мы заботимся о вас, и сегодняшняя распродажа тому подтверждение. Это точно, сегодня все во имя любви. Перед вами серьги-мотылек исключительного дизайна. Просто здорово, что я наблюдаю такие маленькие бабочки, стильные, ненавязчивые, кокетливые. Они будут делать и вас, между прочим, более женственной и более романтичной. Мужчины начнут к вам тянуться. Как мотыльки на огонь, хотела, наверное, добавить. Так вот, у нас готово целых два решения для вас. Вот такое светлое, молочное решение. И еще есть у нас вариант для вас. Посмотрите, вы можете выбрать, есть еще и кофейный вариант перламутра. Слушай, вот Надь, посмотри, у меня бабочки, бабочки просто присели сейчас на мою ладонь, на мою руку, мне это очень нравится. Я вот именно так хочу продемонстрировать нашим модницам, как им лучше определиться с цветом, какой им больше подойдет. Вот что касается этого цвета, это молочный, я бы сказала, белый цвет и кофейный оттенок. Какой вам больше нравится, такой берите, но я прошу вас все-таки приобретать два цветовых решения и носить, как сейчас модно. На одном ушке, допустим, беленькую бабочку, а на другом вот, такую кофейную. Кофе с молоком, какой вкусный цвет. Это красиво, изумительно. Ну, давай подскажем нашим телезрительницам, какой вид замка здесь используется, потому что это ведь важно. Мы хотим, чтобы сережки держались на нашей ножках. Разумеется, это дольше. Супер важно. Я скажу честно, Надя, я всегда первым делом именно на замочек и обращаю внимание. Итак, я продемонстрирую, что здесь вы имеете дело с надежной и отполированной до зеркального блеска пустетой. Представляете, она здесь тоже покрыта натуральным желтым золотом, причем покрытие в 24 карата. Это замочек-гвоздик, такой популярный и такой любимый. Пусть это абсолютно гипоаллергенно, да и сережка в комплексе тоже гипоаллергенна. Вот такая милая бабочка никогда не вызовет у вас аллергии. Помимо перламутрового напыления, доступного в двух вариантах, кофейный и белый, молочный, здесь еще и 48 кристаллов. Только вдумайтесь в эту цифру. Итак, у нас распродажа ювелирной элитной бижутерии. 790 рублей стоимость серег-мотылек, вы можете себе их позволить. А, конечно же, напомню о том, что если вы приобретаете товаров на сумму 2000 и более, вы получаете бесплатную доставку. Но торопитесь, только сегодня и завтра действует это предложение.